идем по направлению к городу Тихуане. К городу идем по направлению. Тот мост, который типичный на карте для всех маршрутов, он сейчас закрыт. Или по нему вход осуществляется в Америку. Это другой мост, он идет в другую сторону. Центр города не знаю где, карты нет. Будем искать сами. Ориентир — арка. Пока ее не вижу, она видно, вот она впереди, за Медаком. Медак, а за ней арка. Не скажу, что прям какое-то большое отличие. Ну да, направо там холм незаселенный, налево домики начинаются мексиканские. Но в целом по той стороне, за холмом, тоже порядочные постройки американские. Просто с той стороны Америки границы выходит сельская местность, а с этой городская. Вот и все. Это не связано с каким-то переизбытком населения или чем-то еще. Просто там село, а здесь город. Они пересечены вот границей пополам.